Toyota Sienna 2004 год. Будем менять бошку. Первый опыт. 9-дюймовая. Мы будем первопроходцами. Никто еще не ставил. Это комплектация XLE. То есть получается максимальный здесь сабвуфер. Предмаксимальная. Сабвуфер GBL. Да, есть GBL-ка. Ну, сейчас попробуем запилить. Нитола снимается. Ну, вот уже. Очень легко. Поддеваем снизу. Не прокручивал я. Получается, откинули. И болты. Раз, два. Три, четыре. Все, болты сняты. И потихонечку раскачкой из себя ее вынимаем. Угу. И все, откидываем проводочки. Ставим новые. Из нюансов выплыло здесь. Вот такие три штекера выходило родных. В итоге оказался на радио вот этот разъемчик. Самый тоненький. И сюда он у нас не, точнее, входит, но не фиксируется, соответственно, своего размера. Надо какой-то переходничок покупать на него. Ну, либо какой-нибудь, не знаю, фольгой обматывать, да, и сюда. То есть внутренняя жила входит, а внешняя болтается, как карандаш в стакане. Так, ну вот, магнитолка уже стоит. Вписалась как родная. Смотрится даже лучше, чем родная. GBL-ка все работает. В общем, весь функционал сохранился. И даже кнопки на руле. Убавляем, уменьшаем. Угу. Кнопки запрограммировали как надо. То я переключил. Угу. Ну вот Максим говорит, по звуку лучше, чем штатный. Штатный так тянул. Это лучше, конечно. Так, ну в остальном, в принципе, обзор на эту магнитолу есть там в интернете. Она, как и все 310-е, все настраивается. Так, единственное, что мы потеряли здесь, звук сейчас пойдет по двум каналам. То есть, сейчас продемонстрирую, где он, ДСП. Тут не то я нажал. Так. Я думаю, на видео сейчас слышим. Ты возвращалась ко мне сквозь мир. То есть фронт лефт и фронт райт. Смысл в том, что работает звук, GBL раскидывает на передний левый, на передний правый канал. То есть и зад, и перед работают по вот этим двум каналам. Если надо 4 канала, то, соответственно, надо покупать приблуду от интро. Ссылочку там, наверное, закинем сюда под видосик. Так, ну, в принципе-то и все, наверное. Весь функционал остальной нормально работает. Play Market пашет. Что еще у нас? Яндекс Навигатор, соответственно. Так, USB-шку мы вывели в бардачок. Ну, наверное, будет сюда. Вот, удобнее сюда будет их выкинуть. И Wi-Fi антенна тоже требуется. Ну, я считаю, лучше ее туда выкидывать, чтобы подъехать к окошку. Антенну за борт и с домашнего роутера там качать. Так, далее. Микрофон мы не выводили, потом будет выведен уже, когда время будет. Соответственно, вот эту косу мы не подключали вообще целиком. В идеале микрофончик вывести вот куда-нибудь сюда, наверное. Тут вон отверстие есть, видимо, под это дело, да, как раз? А, нет, да, все там есть. Вот туда это дело вывести. Что еще? GPS-антенну скинули прямо вот здесь. Ловит хорошо. Что еще? Так, по антенне разъему по штекеру я сказал. Надо посмотреть переходничок. В комплекте он не идет. Так, что еще? Ну, город Москва, улица Ленина, дом 1. Поехали.
Не услышала меня, да? А, вот она. Да, тут есть косячок, смотри. Короче говоря, цепляем верхнюю вот эту штучку. Надо ее в настройках убрать. То с Яндексом так неудобно. Так, ну короче говоря, вот Яндекс построил нам маршрутик. Все нормально. Что еще? Что еще посмотрим? Так, сейчас. Это штатный плеер играет. Так, что тут Яндекс музыку мы ставили. Вот, ну, Яндекс музыка. YouTube. Максимальное качество поставим. Нет клипа. А, просто музыка. Ну, короче говоря, да. Вон дубль можно включить. Да, да. Угу, сначала рекламу посмотрите. Хочет максимальное качество, видимо, интернета не хватает ему. Так, ладно, ну, в общем, вот так она, это работает. Ну да, вот. Ну и в Телеграме, соответственно, вот канал Red Power, здесь есть приложения различные интересные. Ну, в общем, вот она гармонирует, здесь очень хорошо стоит, как бы. Вот цель ролика достигнута, показана.